туда ходить. Понятно. Всем же интересно, по ягодке есть. А так отдашь целиком? Хотя можешь попробовать отдать целиком. На, Машка, давайте. Давай вот туда возьму. Лапками бери, пожалуйста. Лапками, лапками. Не, я же говорю, не хочет. О, молодец. Вот. А Миша лопух, кто не вышел. А вот виноград неудобно с лапой есть. Да. Не, Потапыч, что делает интересно. Не надо, не пугай. Держи, что-то. Ой, как вкусно. Ой, что, тоже прикольно. Я же говорю, по одной, интересно, она лапку уже отдвигает лишь. Виноград корм с рук в следующий раз. Выплюнула он Светочку эту, между лапу выбросила. Вся морда в каше, ага. до макушки. Счастливая зато. Потапыча обделили, да? Ну, а что делать? Да ничего. Эти все едят. Эти зато бананы хорошо едят. А Потапыча не было в своей клетке, когда я вышла. Интересно, где он? Вон, уже вышел. Не, я бы интересно, где он может быть? В будке был, наверное. Так, Ксению я накормила, она кушает, сидит там. От миски не отходит. Я сделала вот это фруктовое пюре. Вообще плохо есть, а? Плохо есть стало. Ну, вчера ела овощное, сегодня, позавчера ела овощное и фруктовое. Сейчас ей кашку сейчас сделаю. Чуть погодя. Ходит теперь, зовет его все. Ничего, время, тукает. Пускай там теперь и сидят. Но он и не выходит даже. Скучает, наверное. Все, мы съели. Вот так. Все, Маша, молодец. Все по штучке съедено. Ой, говорит, язычок, где же мой такой? Ой, ну, сытая хоть стала. Что ты это? Я думаю, что даже переевшая. Да, с грозди винограда. Вон, яблоки недоеденные.